Востребованы будут сухари, одноэтажные домишки с туалетом. Припомнят не машины, а тележный скрип, колодезную воду будут черпать. Из городов, захлестнутых войной, нуждой, без электричества, бензина, скурить начнут, перерастая в вой, и полки опустеют в магазинах. Грядут обещанные раньше потрясения, раскроется гроссмейстеров игра, раздоры трещины тогда расколют семьи. Подсчет 3,5 лет пришла пора. И что сегодня раздражает нас, таким никчемным мелочным забьется. Не так плохой покажется страна, казалось, жить мне невозможно вовсе. Пока есть время оценить мужей здоровых постоянно рядом. На свадьбах пьяные куражились сыны. Безверие царит, везде одни обряды. Хватайте жадно памятью и взглядом, как бы из послеобеденной кошмарной тьмы, чтоб оценить все то, что ныне рядом, к чему привыкли, не замечаем мы. Своя постель, работа и друзья с трудом улавливали дверцы в холодильник. Не оценили вовремя, а зря, того, что небо сыпало обильно. Ни книг и ни угля сожжено все, и холод стариковский до костей. От безысходности отчаяние трясет, забота сгинула, как бы не растолстеть. Пророческие строки из Писания раскрыли панораму послезавтра. Бог нам напоминает специально. Предупреждение – лучшее лекарство. 30 января 2006 года.